В средней школе номер 2 поселка Романа Сабучинского района Баку состоялась церемония в связи с 30-летием Ходжалинского геноцида. К сожалению, вся инфраструктура Ходжалы была разрушена. Там было 14 школ, все они разрушены. Наши могилы и исторические памятники уничтожены. Все это показывает сущность армянского народа и их намерения. Ян Пирт, британский писатель и педагог, проживающий в Баку свыше 20 лет, автор первой на Западе независимой книги «Свидетель военного преступления Ходжалы. Армения на скамье подсудимых». О ходжалинском геноциде, изданном на английском языке, сказал, что горд присутствовать на мероприятии и встретиться с ходжалинцами. После встречи с ходжалинцами я полностью изменил свое мнение. В ночь на 26 февраля 1992 года я осознал всю глубину случившейся трагедии. И эта трагедия сильно повлияла на меня. В ходе мероприятия был также продемонстрирован фильм «Бесконечный коридор». В честь 44-дневной Отечественной войны во дворе школы посажено 44 дерева. Отметим, что 25 и 26 февраля в учебных заведениях пройдут специальные занятия, посвященные ходжалинскому геноциду. Об этом говорится в плане мероприятия к 30-летию ходжалинского геноцида Министерства образования. Фидан Бабаева, Хамид Ахмедов, новости Астаны.